Настя опубликовала жаркие снимки с Диной. На фото они топлес обнимают друг друга. Блогерши не заморачивались снарядами, а надели лишь вязаные митинги и меховые шапки. После выхода в свет скандального сериала «Монастырь», где Ивлеева снялась в двух постельных сценах, на блогершу обрушился хейт и критика. По всей видимости, Настя пустилась во все тяжкие и теперь без стеснения позирует в откровенных фотосессиях. Сегодня она опубликовала горячие снимки с популярной тиктокершей Диной Саевой. Блогерши облачились в удлиненные вязаные митинги и меховые шапки. «Утепляемся», — иронично подписала пост 31-летняя телеведущая. Интимные места модели скрывали руками или ставили удачный ракурс. Судя по интерьеру, кадры сделаны в одном из отелей Дубая. Блогерши не заморачивались по поводу локации и устроили фотосессию прямо в кровати. Эффектный макияж, яркий свет, томные взгляды и откровенные наряды произвели впечатление на пользователей интернета. К слову, Ивлеева, которая не так давно проводила время в США, приехала в ОАЭ не только ради отдыха и развлечений. Она, по примеру многих звезд отечественного шоу-бизнеса, выбрала Дубай, чтобы выгодно вложить средства в недвижимость. «Я все-таки путешественник со стажем, в Дубае я тоже не в первый раз. Радует, что в последнее время я здесь не по работе. И более того, даже приехала сюда не отдыхать. Я решила изучить местный рынок недвижимости, потому что вопрос этот все более и более актуальный», — рассказывала Настя. Что касается Дины Саевой, то она переехала в Дубай весной прошлого года. Девушка планирует покорить иностранную публику, ради этого изучает языки и культуру. 23-летняя блогерша не так давно пережила травлю в соцсетях, с последствиями хейта она справлялась с помощью антидепрессантов. Саева столкнулась с агрессией подписчиков из-за публикации откровенных снимков и видео. В основном обидчиками Дины были ее земляки из Таджикистана.